Добрый день. 11 февраля я посеяла томаты на рассаду для выращивания у себя на окне. Сегодня 29 июня, прошло 4 месяца. Вот так они выглядят на сегодняшний день. Первый урожай помидор у меня получился примерно, наверное, около 2 килограмм. Размером вот такие помидорки. Ну, теперь расскажу о своих ошибках, которые вы не повторяйте, если захотите выращивать у себя помидоры в квартире, на окне, на балконе. Первая ошибка в том, что рассаду нужно пикировать вовремя, обязательно вовремя. Я этого не сделала. Вот это первая ошибка. Как только на вашей рассаде появятся три настоящих листочка, в это время нужно распикировать рассаду. Со мной, как всегда, София Мария, Софонька Морковонька. Вторая моя ошибка. Я оставила у некоторых своих растений по одному стволу. А нужно все-таки оставить два ствола. Вот об этом я жалею. На двух, конечно, плодов было бы больше. Жалко теперь мне. Ну, естественно, когда идет у нас процесс роста, обязательно подкармливаем. Третья моя ошибка. Я подкармливала своими домашними средствами. Замачивала банановую кожуру, замачивала скорлупу от яиц. Но, как мне сказала продавец в магазине, в нашем цветочном, это ж какую надо иметь концентрацию, чтобы напитать свое растение. Но она права. То есть я пользовалась этими своими настоями банана и скорлупы. Я ничего томатам своим не давала. Просто так поливала. Надо покупать проверенные, настоящие, нормальные удобрения в магазинах. Вы немножко решили тут меня повоспитывать, подраться, да? Лапкой на меня тут. Четвертая ошибка. Но ее нужно было назвать все-таки первой. Для ваших растений, даже когда вы посадили семена, обязательно нужно тепло. И тепла побольше. У меня была ошибка в том, что я здесь у себя на окне часто открывала окно, а посадила 11 февраля. Вот представьте, как холодно у меня было на окне. А я считала, что я закаляю свои растения. Нет, неправильно. Особенно огурцам. Им надо тепло. Также и свет. Свет, тут можно немножко поспорить. Не обязательно делать им дополнительный свет. Вот тут тоже я немножко поделюсь своим опытом. Но если вы начали все-таки подсвечивать свои растения, ставили здесь, ставить всевозможные лампы, то так и продолжайте, не останавливайтесь. У меня было так тут немножко, я сделала лампу, потом перестала ее включать, стала забывать. Это тоже повлияло. То есть, либо вы делаете свет дополнительный, либо вы его не делаете. Растение должно привыкать к этому своему режиму. Ну, а остальное все правильно. Единственное, что надо при покупке семян хорошо, тщательно подходить к этому вопросу, правильно выбирать, внимательно читать. Вчера я обрезала нижние листья по 3-4 листа. И теперь буду ждать следующего урожая. Этот первый нижний уже доедаем. И теперь уже по верхам начали цвести томаты заново. Здесь я оставила вот две ветки у меня, здесь две. Тот дальний тоже с одной веткой. Но я оставила пасынок, на самом верху он растет, и на нем уже цвет появился. Вчера посадила два новых огурца. Но про огурцы расскажу отдельно. Про все ошибки, достоинства, недостатки.
кислицу посадила, вон как хорошо она растет. Всем всего доброго!